Я так устал на этих парах. Четыре Да, пары я еще. тоже. Четыре пары еще в субботу. Ты чё? Как? Да, Слушай. уже рядом есть метро. Думаешь, там спрятаться? Первое время можно побежали. И раз быстро стемнело. Алло, это как так? Чё? Прошло 20 лет, как Макс, мы здесь находимся. Работает, оно не работает. Так электричества нет, у нас бункер от перебойников питается. Без перебойников, верно. Опа. О, тут всякие обвалы. Тут обвалы всякие. Макс! Иди сюда. Ты где? Я возле дома какого-то. Иди. Решеткам, которым жгли мы. Сейчас Я подойду. на обвалинах. Что ты орешь? Тише будь, тут проблема. Какие проблемы? Что ты там опять Тише, себе тише, нашел? тише будь. Ладно, я сюда. Посмотри туда. Что там такого Посмотри туда. интересного нашел? Они сюда смотрят. Это кто? Я откуда знаю, у них оружие? У Надо них. добраться до бункера как-нибудь. Погоди. Надо сначала посмотреть. Надеюсь, они не услышали. Чего они там делают? Мне кажется, что в этом городе кто-то еще есть. Ну да, я тоже так подумал. Нам надо найти их и уничтожить. Но это будет разумнее, потому что зря мы, что ли, ядерную войну устраивали. Ты позвонил боссу? Конечно, позвонил. Сейчас я прибуду к ним. Вы пока идите искать этих полупокеров. Хорошо, если что, сиплый, ты иди к боссу, а мы пойдем искать их тогда. Окей. На созвоне, короче. Иди сюда, вот. Осторожно. Чё они там делают? Вроде не видят. Я не знаю, они просто стоят. Ладно. Вроде сюда не смотрят. Погнали, надо до бункера добраться. Все, давай бежим быстрее. Пошли вдоль этого забора. Ну уж у нас бункер вроде был прямо около забора. Ладно. Тут еще через эту листву хрен проберешься. Пошли быстрей. Я и так бегу, как могу. Пипец какой-то. Получается, все-таки выживший есть. А может это не я, не все было специально подстроено, как думаешь? Что подстроено? Этот взрыв, это потому что по мегафоне говорили, что взрыв типа на складе атомного оружия. Вот. Тут му какой-то. Все, заходим. Все. Может, как-нибудь Все. замаскировать? Тоже, ну, кстати, ты заметил, они были не в химических костюмах. Да. Значит, радиации уже нету. Ну Поэтому на да. следующий выход надо будет надевать уже нормальную броню, на всякий случай. Потому что вон у меня есть с броником одежда. Вот, если что, можно надеть. Я просто не знаю, как оно все это делается, блин. Будем ходить с противогазами пока, на всякий случай. Потому Ладно. что вдруг у нас где-то провентиляция подтраивает. У нас уже, блин, припасы уже на исходе. Надо искать еду. Тут эта кола стоит уже. А мы ее Сколько так и лет? не выпили. Именно. И Ну, хлебу блин. этому сколько лет? Кстати, что это за книга, ты не замечал? Я не замечал. Может, Может, прочитать ее? она лежит, она... Фу, она вся в пыли. Стой, дай-ка мне эту книгу. Так, ну-ка. Так, сейчас протиру ее от пыли. А, тут какое-то название.
Дневник. Джонни. И все. Дальше там что-то стерто. Что за Джонни? Не знаю. Думаешь, стоит открыть? Что нам еще делать? Ну ладно. Мы ее нашли, надо открыть. Что мы делаем? Как сказать, как некоторые школы-ютуберы. Если надо, если взяли книгу, значит надо открыть. А что? Может открыть, ставьте там лайки, все такое. Нафиг такое нам это надо. Так ведь? Все. Угу. Короче. Всем привет. Это Джонни. Сегодня первый день постройки моего бункера. В этот бункер я провел специальные сервера, благодаря которым я отследил начало ядерной войны. Мне пришлось уехать из страны. Но думаю, те, кто нашли бункеры, все записки с паролями, выжили. Дальше страницы все промокшие. Как будто вот. Но они сухие, но они... Там дальше ничего не написано. Я посмотрю. Да. Да не может быть такого, то что там ничего не написано. Если он достроил бункер, он же тут ее оставил в достроенном бункере. Так. Значит, он должен был вести дневник. Может, там что-то по типу вот этих невидимых чернил или что-то... Попробуй. А у нас ультрафиолет есть? Возьми вон там в ящике под раковиной. Вроде был фонарик ультрафиолетовый. Там просто я больше не увидел этот, как сказать... не увидел больше надписи. Это было все написано обычными чернилами. Нашел, нет? Не могу найти. Он где-то... Может, в тумбочках? Посмотри. Я пока посмотрю, что тут по оружию у нас. Да, к сожалению, уже на огнемете газ кончается. Боеприпасы, слава богу, еще есть. Нашел? Нет, ну-ка, погоди. Что ты там-то пытаешься найти? Ну, а вдруг? Ладно. Вон, возьми телевизор, сломай, может там ультрафиолет найдешь. Алло? Эй, я не могу открыть дверь. Не знаю. А, вон, посмотри. По-моему, вот там вот, возле костюма, валяется под стойкой. А, вон, нашел. На, читай. Спасибо мне за телевизор. Ладно. Ты просветил уже? Просветил уже. Mm-hmm. О! Тут, Макс, ты прав. Тут реально есть эти какие-то слова. Ты понимаешь Давай. Английский? Или это не английский? Давай, ты мне говори, я буду переводить. Или это просто... А, это шрифт задом наперед. Ну-ка. Итак, я достроил бункер. И бункер этот должен перенести любую ядерную войну. Те, кто нашли его, красавчики. Ну, вроде так написано, но я не уверен точно. Короче. Стой, можно отвлечь твое внимание? Я похож на сталкера? Нет, ты похож на Бабу-Ягу. Ты жирный. Все, иди поплачь. Так. Да нет, тут больше ничего нет. Ладно. То есть, получается, и мы красавчики. Да, мы красавчики, получается. Я не знаю, вот один вопрос волнует. Что ты опять там делаешь? Ничего. Ладно. Меня один вопрос волнует. Что эти бандиты там забыли? И как они выжили при ядерной катастрофе? Если они были в этот момент в городе. Может, у них свои бункеры были. А может, в канализации сидели, кто их знает? Нет, ты чё? Думаю, нам стоит сходить.
и разузнать про них что-нибудь. Давай на всякий случай не будем все оружие брать. Я возьму пистолет, автомат. Я возьму гранаты, возьму калаш и снайперку. Я диверсанта возьму. Все, думаю, мы... Все, давай дверь опять не сразу открывается. Ё-моё. Что не так с этой дверью? Все, пошли. Блин, ночь уже на дворе. Я думаю, что там все еще. Не знаю. Пошли оттуда же, чтобы зайти со спины. Давай, давай. О, тут это метро обвалившееся. Угу. Откуда мы вышли? Если что, я могу, знаешь, как делать? У тебя же нет снайперки с собой сейчас? Нет. Давай я буду сидеть в засаде. Хорошо. Так, подожди, я уже не помню, где они были. Тихо-тихо-тихо-тихо. Они, по-моему, там. Где? Мне кажется, они как раз там. Подожди, я не вижу. Где? Нету никого. Давай сейчас залезу на какой-нибудь... Стой, стой, стой! Вот они здесь. Вроде бы. Нет? I don't know. Давай сейчас залезу на крышу. Залезай. Попробую тебе помочь. Подожди, я не могу схватиться за лианы. А лестница... О, тут есть лестница. Сейчас, я залезу. Ты только пока на них не лезь. Я не вижу их, где они? Мне страшно. Сейчас, погоди. Погоди, стой, стой на месте, никуда не иди. Тут слишком высокое здание. Тут лед. Так, погоди, получается там наш бункер. Стой, я тебя не вижу, ты где? Я вот прям под зданием. Где у нас? Где? Good, left и us. Что-то тут какие-то записки. Видишь такие деревянные столики? Нет. Нет? Подожди, что ты вообще видишь? Я вижу фургон. Вот, я вижу тебя. Смотри, я наверху. Иди сейчас к этому. Подожди, какой ты фургон видишь? Вот тут фургон. Какого цвета? Серого. Так, подожди. Сейчас налево иди. Нет, нет, налево. Ты не туда идешь. Вот, да. Мы залезли не туда. Они оказывается, еще левее. Так, погоди, ты куда ушел? Налево. Так, куда ты налево ушел? Тут ты по завалим должен был идти. А, да? Да, ты ушел налево, не туда немного. И мне сейчас надо спускаться. Сейчас я по лианам спущусь. Вот я спускаюсь. Оказывается, они вообще там. Столики вижу. Вот справа, сверху, наверх, смотри. Ну, вижу, да. Они подальше. Они вон там. Стой, тихо. Смотри, сейчас смотри. Стой, не лезь на них. Не лезь, я сейчас залезу вот в здание. Сейчас, не иди на них, понял? Это что? Слышишь меня? Это да, это я был. Они услышали, нет? Осторожно, вообще, стой, не иди на них. Сейчас я попробую создание, хотя бы из окна в них целиться. Скажу, сколько их. Тихо, я прям над ними. Их 5 штук. Давай, я уже готов. Смотри, сейчас я убиваю одного, и ты вылетаешь на них. Подожди, стой. Я смотрю. Да, я спущусь по лианам. Готов? Да, давай, я вижу их. Раз, два, три. Сюда. Так, стой. Но... Ты уверен, что мы все правильно сделали? А что? Смотри, сейчас могут прислать подкрепление. В
у них есть фургон, давай его заберем. Нет, это будет слишком палевно. И по нему нас могут отследить. Ну все, наконец-то мы от них избавились. Интересно, что они хотели, как думаешь? Не знаю, наверное, обыскивали обломки домов, искали выживших. Сталкеры? Ну а что еще? Походу. Ну и я не верю, то, что за 20 лет тут вот раз, никого нет. Ну это понятно, то, что здесь никого нет. Может, их даже не радиация уничтожила, а вот просто они переехали отсюда, чтобы не быть, как сказать, рядом с таким со складом атомных отходов или что там, атомное оружие, или оружие бомбануло. Пошли, уже утро наступает. Ух, наконец-то добрались. Да. Я не знаю, что они там делали, но... У меня уже заканчиваются патроны, кстати, надо... У меня... И найти боеприпасы. У меня на калаше уже патроны закончились. И на диверсанте скоро закончится. У меня еще есть ПП-шка Томпсон. Ну ладно. Ладно, давай уже закругляться. Да, несмотря на день, надо на боковую, а то что-то меня сон клонит. Хорошо, давай. До завтра. Всё. Давай.